Как социальная реклама влияет на человека? Это побуждение соблюдать законы и творить добро. Это тот важный способ достучаться до наших с вами сердец. Задача, которую ставит перед собой социальная реклама, это показать подростку его сильное «я», помочь найти любимое дело и ощущение себя. Только она никогда ничего не продает, а лишь предлагает реальные ценности. Социальная реклама вселяет в людей доброту. Просто необходимо принять участие в конкурсе «Искусство жить». Подобные конкурсы дают молодежи шанс раскрыть свой творческий потенциал, реализовать его в полной мере и заявить о себе на всю Россию, а может быть даже на весь мир. Мы должны создавать тот контент, который бы направлял нашу молодежь на правильный путь. Друзья, давайте действовать вместе. Мы можем донести до людей, насколько актуальны данные проблемы в сети. Мы готовы, а вы? Пришло время творить. Время менять мир к лучшему. Все в твоих руках.